Добрый день, уважаемые дамы и господа. Я Геннадий Кацов. Приветствую вас в нашей программе, в которой мы рассмотрим основные актуальные темы прошедшей и проходящей недели. С гостями нашей передачи. Сегодня у нас такой редкий в последнее время случай, особенно за последние годы, поскольку, я напомню вам, коронавирус привел к тому, что в основном гости появляются у нас или в Zoom, или на Skype. Но вот сегодня оба гостя у нас в студии. Это приятно. Я сразу хочу их представить. Рядом со мной Алекс Рофт. Алекс, приветствую вас. Добрый день. Алекс – бизнесмен и почетный генконсул Украины в Венгрии. Буквально вы сейчас тоже поделитесь с нами два слова, расскажете о том, что это такое. И Михаил Мигдаль. Михаил, приветствую вас. Добрый день, Геннадий. Михаил – представитель торгово-промышленной палаты Украины на восточном побережье Соединенных Штатов. Михаил, давайте, может быть, с вас начнем. Буквально два слова. Торгово-промышленная палата Украины. Каковы ее интересы в Соединенных Штатах? Вы ее представляете здесь? Ну, как любая торгово-промышленная палата, занимается продвижением бизнеса. Палаты занимаются связями между компаниями в разных странах. Моя территория – это восточное побережье Соединенных Штатов. Вот, я уже несколько лет занимаюсь продвижением украинского бизнеса в Соединенных Штатах. Это довольно сложный и не быстрый процесс, но тем не менее на сегодняшний день уже и о торгово-промышленной палате Украины знают, не только в Нью-Йорке, а и в Вашингтоне. И вот на данный момент мы занимаемся тем, что готовим делегации, несмотря на всю ситуацию, которая на сегодняшний день происходит в Украине, готовим делегацию, бизнес-делегацию Украины сюда, в Соединенные Штаты. А буквально несколько недель назад была проведена конференция под эгидой генконсульства Украины в Нью-Йорке со всеми торгово-промышленными палатами Нью-Йорка. И было большое удовлетворение и тем, что представитель присутствует здесь, и, естественно, тем, что бизнес интересен, американский бизнес интересен Украине, и, соответственно, как только делегация будет привезена сюда, в зависимости от ситуации в Украине, будет организована делегация торгово-промышленных палат Нью-Йорка. Я уже думаю, в этот момент будут не только города Нью-Йорка, но также и State of New York в Украину. Вот на данном этапе. Но находитесь вы в Соединенных Штатах, у вас свой бизнес, вы здесь уже лет 30, да, живете? Нет, я здесь чуть больше 20-22. А, вы вначале в Израиль уехали? Да, я 10 лет еще в Израиле прошел. Алекс, вам слово. Генеральный консул Украины, почетный генеральный консул Украины в Венгрии. Просто интересно. Несколько слов об этом. Маленькое уточнение здесь. Почетный генеральный консул Украины в городе Сегеде. Потому что если посольство имеется в столице, и вы, допустим, живете в столице, то вы не можете иметь почетное консульство. Поэтому это почетное консульство находится, это 100 километров, крупный город Венгрии, где есть достаточно большая община украинская, которая живет, как вы знаете, Украина граничит с Венгрией, и очень много закарпатских украинцев живут в Венгрии. Поэтому, и много венгров, я понимаю, в Украине. Много венгров, но в Закарпатье более 100 тысяч венгров живут на сегодняшний день. Это составляет 10-12% населения Закарпатья. Это достаточно крупная цифра. Представительство, наше консульство открыто каждый день. У нас сидит там наш сотрудник, который принимает украинских граждан, у которых есть различные вопросы с продлением паспортов, значит, выдачи новых паспортов, утеря паспорта, туристы, которые там находятся, украинские, которые... И им для того, чтобы там оформить или что-то сделать, им не надо ездить, допустим, в Будапешт, в консульство. Они это в консульстве в городе Сегеде. Город Сегед – это крупный город, один из самых больших студенческих городов. Там находится много университетов, очень много иностранцев учится, очень много студентов с Израиля, особенно в медицинском институте, много студентов из Украины. Даже есть в университете кафедра украинского языка.
И, ну, вот это в общем. А беженцы, которые сейчас из Украины, вы занимаетесь? Беженцы, ими? Кстати, мы занимаемся, если они доходят. Но в первую очередь, понимаете, Сегет находится больше к сербской границе, ближе к сербской границе, недалеко от сербской границы. Поэтому беженцы, допустим, до туда не очень много. Но есть сейчас некоторые, там, я бы сказал, не сотнями, не тысячами, а десятками людей, которые есть, которые просят, да, которым мы помогаем. Но мы и помогаем, стараемся помогать в первую очередь под эгидой консульства и под эгидой фонда семьи Рофт, который находится в Закарпатье, в Мукачи, беженцам, которые сейчас находятся в Закарпатье. В Закарпатье на сегодняшний день находится более 100 тысяч беженцев. Из разных городов Украины. Из разных городов, совершенно верно. И надо понимать, что это не только 100 тысяч, которые там находятся. Это те люди, которые приходят, находятся и уходят. Они все время меняются. Это те люди, которые идут дальше на границы Венгрии, Словакии. В Европу. Да, в Европу. Потому что надо не забывать, Закарпатье единственная область, которая имеет Украины, которая имеет 4 границы с странами Евросоюза. С Польшей, с Румынией, Словакией и с Венгрией. Поэтому, естественно. Ну и не говоря о том, что на сегодняшний день бомбежек там нету никаких, ну, за исключением одна там была месяц назад, где бомбили Воловецкий перевал, где тоннель находится, где идет соединение железнодорожное с Западной Европой, там один раз бомбили. А так в городах более слабо. Хотя тревога есть, и есть каждый день несколько раз, но когда я говорю 100 тысяч, это дрейфующие среды, то есть их больше уже на сегодняшний день, по моей информации, больше миллиона беженцев прошло кошмар, через Закарпатье. Кошмар, да. Конечно. Ну, я должен сказать, что Венгрия – это не случайно в вашей биографии. Вы же из Советского Союза эмигрировали, выехали в Венгрию. Совершенно, какой это был год? Совершенно. Это был 72-й год после закончания института. Даже более точно последний год института я закончил уже заочно из Венгрии. И я был там 72 года, а в 85 году я уже переехал сюда. Мои родители настаивали очень, чтобы я обязательно переехал из Венгрии. Хотя я в Венгрии чувствовал себя нормально и жил хорошо, как говорится. Но все равно это была коммунистическая страна. В общем, страна. Вы иммигрант со стажем. Да, я 40 лет назад, получается, вы да, выехали. Да, 37 лет назад. Значит, 72-й. Да, да, да. А, если начинать слово, 40 лет назад, да, совершенно верно. Мне еще 20 лет было, когда я переехал в Венгрию. Я 33 года, 34-й здесь, вот Михаил 20 лет. В общем, не новички мы в Соединенных Штатах. Да, да, да. Ну что, давайте перейдем теперь. Я очень доволен, что наши телезрители поняли, насколько вы связаны с Украиной, насколько вы в курсе массы проблем, которые сегодня у Украины есть. Давайте начнем с того, что на этой неделе, в пятницу, 24 июня, исполнилось ровно 4 месяца с начала военных действий Российской Федерации в Украине. 24 февраля. Без объявления войны в 5 часов утра Россия напала на Украину. Михаил, хотелось бы услышать ваш комментарий. Опять-таки, вы сами определите, какие вы направления хотели бы отметить. 4 месяца войны. Наверное, в начале о ваших чувствах, впечатлениях, а потом, может быть, мы просто прикинем, каковы перспективы всего этого. Ну, если о персональных чувствах, то, конечно, это сказать шок, это не сказать ничего. Более того, я буквально за несколько дней до начала войны был в Киеве, общался с бизнес-комьюнити, общался с политическими представителями, и мне абсолютно конкретно говорили, что никакой войны не будет, что это просто невозможный вариант. Естественно, когда я услышал, что война началась, первая реакция – это звонки к этим же людям. Вот, и точно такой же шок я услышал, вернее, ответ, шоковый ответ я услышал от них. Передать все эмоции невозможно. Единственное, что я могу сказать, что с 24 февраля у меня дома 24 часа в сутки работают украинские каналы. Я даже перестал интересоваться американскими новостями. Я так периодически их получаю на свой телефон.
Вот, это достаточно для меня, чтобы я понял, что здесь происходит и какая здесь ситуация, хотя, в общем-то, это мой дом, и я здесь живу. Но, тем не менее, то, что происходит там, это болит, это не дает жить, это не дает дышать. И до тех пор, пока Украина не победит, судя по всему, это чувство никуда не уйдет. Вот. А связано с Украиной, естественно, очень много, помимо того, что... Торговая палата, помимо того, что там знакомые, все. Вы в Мукачево родились? Да, я в Мукачево родился, и уехал я из Советского Союза, из Мукачево. В общем-то, практически всю свою жизнь, кроме, если не учитывать 2 года во Львове в армии, я всю жизнь прожил в Мукачево. У меня во Львове мой старший брат живет. Вот, и до сих пор там с семьей. Вот, и, ну, это, конечно, уже очень персонально, но, тем не менее, значит, когда началась война, первое, что я позвонил и сказал, ну, что будем делать? Он говорит, мы ничего не будем делать, мы будем здесь, если надо, брать оружие и идти воевать. Вот, и живет он во Львове, и, в принципе, никуда не собирался уезжать до тех пор, пока первые ракеты не начали падать на Львов. И вот тут я уже, конечно, позвонил и сказал, ну, говорю, ты имеешь право решать за себя, ты не имеешь права решать за детей. Вот. И должен сказать, что вот у меня здесь по бизнесу есть... они не партнеры, они просто в бизнесе знакомые мне люди, которые сами из Польши, из Германии. Я позвонил им, и ответом было через... 3 минуты я перезвоню. Через 3 минуты мне был звонок, говорит, вывози в Познань к моим родителям, они их ждут. Занял 12 часов, и они уехали. Они вот до сих пор в Познани. Насколько я слышал, они уже собираются обратно, любят Украину, хотят домой, хотят покоя и счастья, что, в общем-то, абсолютно нормально для каждого человека, нормально. Алекс, вот сейчас это такой любопытный момент, ведь это шок был для всех. Мы, кстати, с Михаилом, мы встречались до этого, он меня тоже спрашивал, меня многие спрашивали, возможно ли война. Я говорю, ну как, ну возможно, но все возможно. Но ведь у Путина нет ни одного позитива во всем этом. Страна в 44 миллиона человек, ну, захватит он какие-то области. Он получит партизанскую войну, что сейчас в Херсонской области, в Запорожской области, в Мелитополе, то, что и происходит. Планировалась блиц-операция, явно. За 5 дней мы возьмем и так далее, вот эта шапка закидательства. Не получилось, мы сейчас отмечаем 4-й месяц войны. Этого ведь никто не ожидал. Никто не ожидал, что окажется вторая по силе армия в мире такой слабой. То есть там, видимо, разворовали все, что можно разворовать. Ну, понятно, по разным причинам. И никто не ожидал, что украинская армия такое окажется. Понятно, при поддержке Запада. Я с вами согласен, что никто не ожидал, что украинская армия окажется такой сильной. Но не совсем буду согласен в том, что русская армия слаба. Русская армия просто нет в ней... того руководящего стержня, который все ожидали. И, честно говоря, здесь Генштаб сделал большую ошибку, потому что они все рассчитывали, что, перейдя границу России и Украины, их будут украинцы встречать с цветами. А когда они перешли и увидели, что их встречают гранатами... Не с караваем и не с горилкой. Да. И они поняли, что здесь не просто так. Тем более, они понесли очень большие потери в первые месяцы войны. И понесли они по 2 причинам. Потому что, по моей информации, первые военные российские были это из Бурятии, там с тех республик автономных, которые даже практически не знали, Дагестан. Куда они идут. Дагестан, которые не знали. Уже потом, осознав все эти ошибки, переформировав, получив колоссальные потери, которые видно было не только по телевизору, а я знаю из телефонных разговоров, которые я общаюсь с своими коллегами, которые у меня когда-то работали и были. И надо не забывать, что я когда-то был владельцем Севердонецкого завода «Азот». Который в пятницу Горловского, оставили украинцы. Да. «Азот», да, это вы, да, были владельцем этого завода. Да, ну, это крупнейший завод. Во времена Советского Союза это был самый крупный завод в Советском Союзе. Там работало 28 тысяч человек. Когда я уже купил этот завод, в какой те это времена, год? Это был 2004 год. И в те времена уже работало 14 тысяч людей. Но, тем не менее, это завод громадин, это город.
это под заводом после войны строились бомбоубежища, и после этого только сам завод построил. Как Азовсталь, что ли, получается? Я думаю, что не меньше. Я не был на Азовстале в бомбоубежище, но знаю бомбоубежище, которое под Азотом находится. Там танки, бронетранспортеры заходят просто. И там и были люди, пока они не оставили больше несколько тысяч людей. То есть это крупный объект. Поэтому и когда вы смотрите, он говорит, о, бои идут вокруг промзоны. Промзона – это целый город. Сам завод – это тоже целый город. Ну, вы представляете, работали 26 тысяч человек. Это же крупнейший комплекс. В то самое время я согласен с моим коллегой, с Михаилом, с которым мне приятно было познакомиться здесь, что он тоже с Мукачева. Я сам тоже родился в Мукачево в пятом поколении. И я согласен, это был шок. Когда российские войска перешли границу, это был шок. Никто в это не верил. Никто. И многие говорили, да, это все напугало. Единственное, кто знал хорошо о том, что это американская, английская и европейская разведки, о том, что потому что они вовремя вывели свои посольства из Киева, понимая, что это будет. Не знаю, из каких соображений Украина тогда не говорила, что будет нападение, может быть, для того, чтобы не сеять панику или что-то такого. Но, тем не менее... Зеленский тогда выступил, он попросил Запад, он говорит, у нас выходят бизнесы, перестаньте сеять панику. Да, он тоже не рассчитывал, что нападут? Совершенно верно. Ну, это, может быть, знаете, и такой ход для того, чтобы, зная, чтобы, для того, чтобы сдержать людей и не сеять панику, может быть, это было сделано, а может быть, это было сделано правильно. Тем не менее, говоря о сегодняшнем дне, когда 4 месяца, более 4 месяцев прошло, то это, конечно, катастрофа. Эти жертвы, которые там, это то, что мне рассказывают, которые происходят там. Я сам знаю, в Закарпатье у меня есть еще небольшой бизнес, рассказывают, что, к сожалению, каждый день, каждый второй день хоронят людей, ребят привозят их с передовой и хоронят там. Это, конечно, трагедия, колоссальная трагедия. Я не могу осознать вот своим умом, хотя мне уже 70 лет будет, я не могу никак понять, зачем это нужно было России. Они могли это путем договора, путем денег все это достичь. Включая даже Крым. Все это можно было договориться. Я не понимаю, чем это имперские болезни или что-то было, но это трагедия. Это колоссальная трагедия. Михаил, мы сейчас говорим о гуманитарной катастрофе. Гибель людей, разрушенные города, уничтоженные, остовы зданий, пустые. 8 примерно миллионов. Это последние данные ООН на этой неделе. Только тех, кто покинул Украину. Там еще примерно столько же, если не больше, перемещенных, внутри перемещенных. Да, которые ушли из тех. Да, это все гуманитарная катастрофа. Вы представляете торгово-промышленную палату Украины. Вот я хочу, я потом, Алекс, вам, как бывшему владельцу завода «Азот», тоже задам этот вопрос. А как это все можно будет потом отстроить? Ведь идет планомерное уничтожение страны. Мы видим, вот говорят, ковровые бомбардировки, да, и так далее, ведь уничтожаются города. Я прочитал, что поля, которые засеяны минами, их можно будет разминировать в течение не менее чем 70 лет. Это уничтожение страны. Вот эти вопросы сейчас уже обсуждаются, поскольку ведь они захватываются, как когда говорят, что арестовываются там яхты олигархов или какие-то там, которые можно будет продать. Это мелочи. И 600-700 миллионов долларов яхта стоит одна. Таких яхт, если собрать хорошее количество и различных поместий, то можно как-то помочь будет. Наверное, мелочи. Да, опять-таки. Как вот это все? Как вы это видите? Насколько Украине потом все это восстанавливать? Ну, по масштабам разрушений это вообще не укладывается вообще ни в какие рамки. В центре Европы, 22-й год. Более того, что это находится в центре Европы, и не надо забывать, что Украина – это вторая по величине страна Европы, во всяком случае, по территории. Вот. И если учитывать, что 20% территории находится сейчас под российской оккупацией, можно представить себе, что происходит и как это все происходит. Я бы хотел вернуться на секунду к тому, что это шок, то, что происходит. В первую очередь, это преступление. Это преступление и перед человечностью, и перед всем миром. И я очень жду,
того момента, когда преступники предстанут перед судом. Это обязано произойти хотя бы для того, чтобы мир осознал, что где та красная черта, которую переходить нельзя. Что касается разрушений и гуманитарной катастрофы, к сожалению, гуманитарная катастрофа только начинается. Все, что сейчас происходит, это еще инерция шока. А вот когда шок закончится, вот тогда начнется настоящая гуманитарная катастрофа. Во-первых, нельзя забывать, что на данный момент лето. Лето – это еще тот период года, когда природа помогает существовать. Прокормить себя. Безусловно. Безусловно, наступит холода. И мы все хорошо знаем, что в Украине зимой холодно. Вот тогда начнется действительно гуманитарная катастрофа. Те, кто выжил, они будут пытаться выжить, да? Простите за тавтологию. Это очень сильное выражение, но вы абсолютно правы, Геннадий. Скорее всего, что так оно именно и будет, что те, кто выжил, будут пытаться выжить. Это не может быть проблемой только Украины. Это на самом деле проблема, даже не европейская, это проблема мировая. Мы все видим, что сейчас происходит с миром и какая паника только от того, что зерно из Украины нельзя вывезти. Но Украина – это и индустриальная страна. Пусть она не находится в передовых индустриальных странах, но тем не менее в стране, где строили самолеты, в стране, корабли. Где строили корабли. Безусловно, Алекс. Страна, которая кормила мир. Сегодня под огнем, сегодня под оккупацией и сегодня в стране куча беженцев. То есть это миллионы, вы абсолютно правильно сказали, что то, что по данным, по моим данным, более 10 миллионов выехало, но если я не ошибаюсь, более 5 миллионов уже вернулось, вот, то в конце концов даже те, которые вернулись, убежавшие из оккупированных территорий, они туда не вернулись. И вернулись они опять же туда, где их до этого не было. И эти территории не были готовы к приему этих людей. Вот где начнется эта гуманитарная катастрофа. Абсолютно. Что делает торговая палата? Ну, на сегодняшний день все представители торговой палаты Украины по всему миру, и я надеюсь, что я не исключение в этом вопросе, занимаются тем, чтобы насколько возможно гуманитарную помощь поставлять в Украину. Я связывался с торговыми палатами Нью-Йорка и должен отметить, что Бруклинская торговая палата просто молодцы. Они отправили контейнерами, отправляли гуманитарную помощь через Польшу в Украину. Без торговых палат Лонг-Айленд очень много сделал. Отправляли просто контейнерами, отправляли гуманитарную помощь. Собирали деньги. К сожалению, надо отметить, что вся эта, это не эйфория, а, наверное, вот этот вот порыв помощи, он на определенном этапе заканчивается. И я думаю, что вот эта первая часть была очень важна. С любой точки зрения, и с моральной, и с материальной, сейчас должны включаться власти, сейчас должны включаться парламенты, и это должно выходить на совершенно другой уровень. Все разговоры идут о плане Маршалла, о чем угодно, и я понимаю, что это непростой процесс, но вот эти несколько месяцев, которые остались до холодов, какие-то решения должны будут приниматься. Ну, верно, совершенно Алекс говорит, ну хорошо эти яхты, но эти яхты там 600-700 миллионов. Туда нужно, наверное, сотни миллиардов будет вкладывать. Конечно, потому что яхта, которую купили за 675 миллионов, при продаже сегодня она будет стоить 300, в лучшем случае. Это то же самое, как вы купили самолет новый или машину, вывезли ее от дилера, она уже не стоит те деньги, за которые вы заплатили. Алекс, у меня к вам вопрос, как владельцу бывшему вот этого завода «Азот». Когда вы видите, что там происходит, я думаю, что это же там ситуация, она постоянно развивалась в течение нескольких месяцев. Вопрос чисто такой вот практический. Как вы видите, я еще раз говорю, как человек, который понимает, что там происходит, что было и так далее, а за сколько можно вот это все восстановить? Восстановимо ли это? Ну, восстановить можно все. Вопрос только, сколько это будет стоить, и все. По моей информации, слава богу, не
разрушена основная часть завода-производителя в связи с тем, что все понимают, что, не дай бог, ведь это же хранилище аммиака. Вы понимаете, если, не дай бог, попадает какой-то снаряд в аммиак, это катастрофа, это нельзя назвать гуманитарно. Это часть Луганской области, российской, прилегающей. Заражена, хотя, да? Конечно, но аммиак, это страшно. Вы понимаете, производство аммиачной селитры, удобрения, да, это заводы же азот и удобрения. Но аммиачные селитры с добавкой 2% азота, это уже взрывчатка. Поэтому, не дай бог, это там, поэтому как бы обе стороны старались обходить стороной, полностью разбомбить завод. Поэтому, как я понимаю, завод полностью... Но дело в том, что недостаточно завод иметь и производить. Это же надо еще товар, который производится, его как-то вывести. Все железнодорожные пути, все мосты разрушены. То есть, мое мнение, для этого нужно идет минимум год, если не больше, для того, чтобы только восстановить производство, элементарное производство. А этот завод когда-то производил во времена еще Советского Союза 132 вида продукции. Окей, позже он производил только 20 или 22 основных. Это аммиак. Уже при вас. Да, аммиак, карбамид, аммиачную селитру, метанол. Это же все одни из самых... Полиэтилен. Это завод крупнейший был в Советском Союзе. И я думаю, что это будет стоить колоссальных денег. Вы говорите еще и об инфраструктуре, это все нужно восстановить. Конечно, конечно, конечно. Это же город в городе. Понимаете, это нужно установить, цеха восстановить. Хорошо, не разрушен, допустим, Гранд-Башни, не разрушен. Пока, как говорится. Ну, кто знает, что будет и в каком состоянии они были. Может быть, я не специалист, технарь, для того, чтобы понимать, от взрыва и тому подобное, может быть, трещина. Если трещина в этой трубе, она уже негодна. Ее ремонтировать нельзя, ее нужно менять. А это годы. Это не просто так. Ее нужно заказать и сделать. Друзья, мы прервемся на техническую паузу. Оставайтесь с нами.